Сегодня в России вступила в силу амнистия в честь 70-летия Победы. Произошло это после того, как утром депутаты Госдумы оперативно сразу во втором и третьем чтениях приняли президентский законопроект. А через несколько часов документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации. Глава Думского комитета по законодательству Павел Крашенинников уверен, что амнистия не приведет к ухудшению криминогенной обстановки. Эта амнистия остается умеренной. 60 тысяч человек примерно выйдет на свободу из места лишения свободы. 200 тысяч человек – это на те лица, которые приговорены либо условно, либо по которым отсрочка наказания. И плавающая цифра – это по возбужденным делам от 100 до 140-150 тысяч. Мы считаем, что всплеска криминогенной обстановки не будет, и, в общем-то, люди, не являясь общественно опасными, вернутся в семьи и в общество. Согласно законодательству, постановление об амнистии должно быть исполнено в течение 6 месяцев.